Всем привет! Большое спасибо, что пришли. Мы очень надеемся, что вам понравится наше мероприятие, а информация будет актуальной и полезной. Несколько слов о нас. Мы компания CloudFresh, которая специализируется на продаже и интеграции облачных решений, которые помогают бизнесу повысить эффективность работы, уменьшить затраты на обслуживание IT-инфраструктуры. Несколько слов о самом мероприятии. Сегодня у нас будет первый вебинар, посвященный Google Maps Platform. Он получится вводным с общей информацией и знакомством с Google Maps Platform. В следующем году мы запланируем более специализированные и углубленные темы вебинаров по Google Maps, на которых сможем обсудить в том числе и ваши вопросы. А сегодня, пожалуйста, послушайте наше выступление, на которых мы познакомим вас с основными продуктами Google Maps и что они позволяют внедрить в ваш бизнес. А если у вас возникнут вопросы, то в описании к трансляции есть ссылочка на форму, где вы можете ставить вашу заявку. И мы с вами свяжемся для индивидуальной проработки конкретно вашего кейса. Сегодня у нас будет 3 спикера, которые расскажут, какие возможности можно реализовать для своего бизнеса, внедрив Google Maps в свой бизнес. Первым буду я, меня зовут Артур Цудик, и я являюсь проект-менеджером компании CloudFresh. Далее выступят мои коллеги Максим Кущенко, который является нашим collaboration engineer, и Виталий Сафонов. Прошу прощения, возможно, есть какие-то проблемы с интернетом, но слава богу, что мы еще не начали подробно рассказывать о первой части нашей презентации. Что ж, начнем. Google Maps Platform, первый раздел, который мы сегодня рассмотрим. И первое, почему бизнес выбирает Google Maps Platform. 1 миллиард ежемесячно активных пользователей, 2 миллиона веб-сайтов и мобильных приложений используют API Google Maps каждый день. 61% организаций признают, что интеграция Google важна для их стратегии геолокации. Данные в режиме реального времени, 50 миллионов обновлений в день, богатые данные, 10 миллиардов изменений в данные places, увеличение в 2 раза обзоров, рейтингов и фотографий. 1 миллиард километров ежедневно в результатах по построению маршрутов. Все это сводится к одному выводу. Google Maps знают и любят клиенты. С момента запуска Google Maps превратился из простого инструмента карт в полный набор функций с использованием карт, маршрутов и мест. Каждая из этих категорий продуктов содержит набор SDK и API. И мы сегодня поговорим подробно об этом наборе продуктов. Я начну с обзора возможностей по Maps, далее Максим расскажет о Roads, маршруты, и закончу наш вебинар Виталий с своей презентацией о Places, места. Начинаем первый продукт на обзоре, это Maps. Сегодня мы обсудим и получим ответы на такие вопросы, как что предлагает клиентам продукт Maps, какие API доступны в продукте Maps, и какие решения предлагает Maps. Давайте подробнее рассмотрим Maps. Именно с этого все началось, и обычно это то, о чем большинство людей думают в первую очередь, когда приходит на ум Google Maps. Maps — это продукт, который позволяет пользователям визуализировать мир с богатой цифровой детализацией и точностью. Клиенты могут создавать индивидуальные возможности, которые открывают для своих пользователей реальный мир с помощью статических и динамических карт, изображений Street View и обзоров на 360 градусов. Какие выгоды можно получить, используя Maps? Компании могут извлечь выгоды из большого количества возможностей, которые им предоставляет контекст на основе местоположения. Ниже приведены несколько примеров этих контекстов.
Визуализируйте свой мир с помощью подробных точных карт, данные в реальном времени, настройка своих карт, создание карты по всему миру и 360-градусный вид на улицу. Давайте подробнее обсудим каждую выгоду. Карты позволяют нашим клиентам предоставлять своим пользователям необходимый контекст с помощью статических или интерактивных карт, встроенных в сайт или приложение. Благодаря 25 миллионам обновлений в день карты содержат самую свежую информацию, которая нужна пользователям именно тогда, когда она им нужна. К примеру, вы можете помочь вашим конечным пользователям найти идеальный дом или квартиру на заявку для покупки недвижимости, либо на странице или мобильном приложении своего бизнеса разместить карту ваших офисов, отделений, магазинов и так далее, для того, чтобы клиент мог с легкостью вас найти. Более 25 миллионов обновлений каждый день, или это 289 обновлений каждую секунду в течение всего дня, эти обновления поступают из более чем 1000 авторитетных источников, включая общедоступные и коммерческие картографические данные, спутниковые, аэрофотоснимки и изображения улиц, краудсорсинговые устройства Android по всему миру, а также миллионы пользователей и местных экспертов. В конечном итоге это означает, что с помощью карт клиенты могут уверенно улучшить взаимодействие с пользователем с помощью обширных и высокоточных динамических карт, данных о местоположении и изображении. Настройка своих карт. То есть вы можете стилизировать карты с помощью настраиваемых маркеров, линий, цветов, многоугольников и изображений. Можно предоставить пользователям возможность создавать и публиковать свои собственные карты, а также использовать масштабирование, поворот и наклон для более подробного изучения карт, выделять магазины с помощью настраиваемых цветов и элементов. Создание карт по всему миру можно предоставить пользователям те же высококачественные возможности карт Google, которые они знают и любят в более чем 200 странах и территориях. Независимо от того, ведете ли вы бизнес в Украине или других странах, клиенты получают исчерпывающие и надежные данные. Создание улучшенного опыта означает создание взаимодействий и визуальных эффектов для пользователей, которые помогут им увидеть то, что они ищут. Карты Google позволяют представить пользователям реальный мир с помощью панорамного просмотра улиц и спутниковых снимков высокого разрешения. Просмотр улиц обеспечивается за счет огромного количества материалов, поступающего от автомобилей, походных рюкзаков, тележек, снегоходов, мотоциклов и так далее. Из 86 стран на всех 7 континентах. Street View Trusted, который показывает панорамные виды предприятий изнутри, в настоящее время доступен в 128 странах, более 700 тысяч предприятий доступны по всему миру, и тысячи других публикуют свои туры каждый месяц с помощью 360-градусного обзора на свои предприятия. API SDK, или как сказать по-другому, интерфейс прикладного программирования API, это предварительно упакованный код, который преобразует пользовательские команды в используемые функции, запрашивает данные серверов, преобразует данные, видимые для пользователя формат, и даже передает данные между приложениями, использующими одни и те же API. Они похожи на готовые строительные блоки последовательного кода, используемые для решения конкретных задач. Комплект разработчика программного обеспечения, или, проще говоря, SDK, обычно содержит API-интерфейсы, а также образцы кода, библиотеки, соответствующую документацию, процессы и инструменты. Разработчики инструментов и другие третьи стороны могут создавать программные приложения с помощью SDK, адаптируя и согласовывая код и API вместе. Эти разработчики используют возможности API и значительно упрощают создание нового функционального и надежного программного обеспечения. Теперь, когда мы разобрались немножко с пониманием, что это такое, давайте взглянем на SDK и API, доступные для конкретно продукта Maps. Доступно, собственно, Maps SDK, Maps Static API, Maps JavaScript API и Street View
Street View Static API и Embed API. Разберем каждый по отдельности. SDK карт или Maps SDK. С помощью Maps SDK для Android и iOS можно добавлять карты на основе данных Google Maps в свое приложение. SDK автоматически обрабатывает доступ к серверам Google Maps, загрузку данных, отображение карты и ответы на жесты карт. Также можно использовать вызовы API для добавления маркеров, линий, многоугольников и наложений на базовую карту, а также для изменения представления пользователям определенной области карты. Эти объекты предоставляют дополнительную информацию о местоположении на карте и позволяют пользователю взаимодействовать с картой. Преимущество использования Maps SDK – то, что клиенты, которые хотят использовать возможности мобильных устройств Android или iOS, могут использовать Maps SDK. Клиенты могут запускать карты Google одним касанием пальца на телефонах и других мобильных устройствах. Пользователи могут также создавать панорамы Street View, позволяя управлять изображениями и преобразовывать их в 360-градусный формат. Следующая часть – это Maps Static API. Статический API карт позволяет клиентам встраивать изображение карт Google на свои веб-страницы без необходимости использования JavaScript или какой-либо динамической загрузки страниц. Это дает такое преимущество в том, что достаточно просто вставить HTTP-запрос, который будет возвращать карты в виде изображения, которые они могут отображать на своей веб-странице. Преимущество всего этого, что можно снизить затраты по сравнению с динамическими картами и снизить накладные расходы в ситуациях, когда достаточно простого статического изображения карты на вашем сайте или приложении. Maps JavaScript API позволяет клиентам настраивать карты с их собственным контентом и изображениями для отображения на веб-страницах и мобильных устройствах. С четырьмя основами Maps – дорожной карты, спутник, гибрид и рельеф местности. API позволяет клиентам вносить изменения, используя слои и стили, элементы управления и события, а также различные услуги и библиотеки. Из преимуществ можно выделить то, что можно динамически панорамировать и масштабировать один экземпляр карты. Можно строить карты по своему усмотрению, они могут отображать интересный для них контент и изображение. Street View Static API позволяет встраивать статические неинтерактивные панорамы или миниатюры просмотра улиц веб-страницы без использования JavaScript. Область просмотра определяется параметрами URL, отправляемыми через стандартный HTTP-запрос, и возвращается в виде статического изображения. Преимуществом можно видеть просмотр улиц, местоположения, и ваш клиент, например, заходит на сайт, видит картинку, как выглядит ваш магазин, что есть по соседству для ориентира, и видел картинку, и легче понять, как найти этот магазин. Embed API позволяет клиентам разместить интерактивную карту или панораму просмотра улиц на своем сайте с помощью простого HTTP-запроса. Ему можно легко встроить веб-страницу или блог, установив URL адрес Maps Embed API в качестве атрибута iframe. И можно также управлять размером карты с помощью атрибутов. Никакого JavaScript для этого также не потребуется. И сейчас мы рассмотрим парочку примеров, как можно использовать решение Maps для своего бизнеса. Например, на сайте банка или в мобильном приложении нанести все ваши отделения, офисы, банкоматы для удобства поиска. Ничего лишнего, только точки на карте. И аналогично, вот такой тоже пример одного из супермаркетов. Тоже клиент заходит на сайт, заходит в раздел «Магазины», соответственно, и видит непосредственно только те точки, которые ему необходимы по магазинам, ничего лишнего, только по запросу магазина. И такой вот еще один интересный пример, но уже не с внутреннего рынка, но при желании это можно реализовать и у нас. Я думаю, это очень полезная вещь.
Компания Glitner разработала вот такую интересную вещь, используя платформу Google Maps. С помощью этого они создали интегрированный 360-градусный просмотр всех сидений с помощью Street View с любого места на стадионе. Фотографы, которые получили сертификаты доверенного лица Google Street View, фотографируют каждое место, чтобы гарантировать высокое качество изображения и соответствие требованиям, и размещают фотографии с каждого места. Клиент заходит на сайт покупать билет, и он может каждое место просмотреть и увидеть, как будет выглядеть это его купленное место на стадионе. Это упрощает, на мой взгляд, удобство для клиентов, потому что они сразу видят, куда покупают. И вот такой вот пример. Такое же можно реализовать для концертных площадок, например, тоже будет полезно, или для других каких-то аренд, где скапливается много людей, есть четкие места рассадки. На этом моя часть презентации подошла к концу. Далее я передаю слово Максиму, который расскажет про следующий продукт из Google Maps. Всем спасибо. Макс, тебе слово. Окей, Артур, спасибо большое за полезную и классную информацию. Так, начну шерить. Есть. Доброго времени суток, коллеги. Сегодня мы с вами поговорим про Google Maps Roads. Что такое Roads? В нашей агенде сегодня будет что такое маршруты, для чего они нужны, какие преимущества использования, какие есть API, ну и, соответственно, рассмотрим примеры внутреннего рынка. Google Maps Roads – это маршруты, предоставляющие пользователям лучший способ добраться из пункта А в пункт Б с помощью высококачественных маршрутов и обновлений трафика в режиме реального времени. То есть пользователи могут определять маршрут, по которому едет автомобиль, для создания точных маршрутов. Какие преимущества использования этого API? Первое – это мир движений. Снижайте затраты и улучшайте впечатление, оптимизируйте работу компании и надежное направление по всему миру от компании Google. Мир движений. Совместное использование поездок – это пример того, как новые бизнес-модели бросают вызов традиционным системам, а именно перемещение людей с места на место быстрее и дешевле. Это развитие все больше влияет на любую отрасль, будь то производственные цепочки поставок или же платформы доставки. Перемещение товаров и людей быстрее и дешевле, чем когда-либо прежде. Важно для сохранения актуальности в современном мире. Снижайте затраты и улучшайте впечатление. С помощью Google Maps Roads вы можете создавать эффективные маршруты для навигации с меньшими затратами, повышать качество обслуживания клиентов, используя модели прогнозирования трафика в реальном времени. Также можете планировать поездки до 25 путевых точек с актуальными данными о расстояниях между точками, предполагаемыми маршрутами расчетного времени пути, что уже как бы оптимизирует работу нашего бизнеса. Оптимизируйте работу, держите рабочую силу движения и даже в час пик выбирайте более быстрые и подходящие маршруты, распределяйте доставку работников в зависимости от условий движения, погоды и так далее в реальном времени. Контролируйте точное местоположение движущегося транспортного средства в режиме реального времени и определяйте оптимальный маршрут для ваших сотрудников, по которым едет транспортное средство для создания более точных и правильных маршрутов. Надежное направление по всему миру. Предоставляйте маршруты по всему миру с одинаковой детализацией маршрута, качеством обслуживания и оптимизации. У Google Maps Roads есть подробные актуальные маршруты проезда, охватывающие более 40 миллионов миль, то есть это 65 миллионов километров дорог, и более чем 200 странах и территориях. И он определяет время пути с данными о дорожном движении в реальном времени по всему миру. Маршруты также предоставляют направления для езды на велосипеде или пешком, на машине, а также для общественного транспорта более чем 8 миллионах автобусных и железнодорожных станций и в 20 тысяч городах и поселках. Где бы вы ни вели бизнес, вы можете рассчитывать на исчерпывающие и надежные маршруты, при этом высокоточные от Google. Поговорим про сами API, которые доступны. Их больше мы рассмотрим три основных API. Это API Directions, Distance Metrics API и API Roads.
что они из себя представляют. Самое простое – это API маршрутов. Это он же API Directions, рассчитывает маршруты между местоположениями с помощью веб-интерфейса HTTP. Огромным преимуществом то, что пользователи могут учитывать время в реальном времени или прогнозированное время пути от точки А до точки Б. То есть компании могут выбирать более быстрые маршруты и перераспределять доставку работников в зависимости от условий движения в реальном времени. Компании могут использовать модели прогнозирования трафика, чтобы планировать что-то наперед, уберегая своих сотрудников от замедлений и сокращая задержки доставки. API матрица расстояний, он же Distance Metrics API, возвращает информацию на основе рекомендованного маршрута между начальной и конечными точками. Рассчитан с помощью Google Maps Directions API. То есть здесь идет коллаборация двух API-шек. И состоит из строк, содержит значение, продолжительность которого расстояние для каждой пары. То есть API матрица расстояний использует информацию о трафике в реальном времени, чтобы обеспечить на более подходящие ответы. Одним из примеров, где-то образовалась какая-то пробка, где-то перекрыли дорогу, API матрица отправляет эту нам информацию и перераспределяет туда, куда нам нужно. Ну, например, у нас есть свое приложение для курьеров и так далее. Им приходит эта информация и автоматически делает на более быстрый и правильный путь. API дорог, он же API roads, идентифицирует дороги, по которым движется транспортное средство и предоставляет дополнительные метаданные об этих дорогах, например, ограничение скорости. Кроме того, roads API позволяет пользователям сопоставлять координаты GPS с геометрией дороги и определять ограничение скорости на этих участках. Огромным преимуществом roads API есть то, что они используют точки GPS, собранные вдоль маршрута, для привязки к наиболее вероятным дорогам, по которым двигалось транспортное средство, что дает пользователю лучшее представление о том, где они находятся. Примеры внутреннего рынка, кто использует. То есть, как видите, это всего лишь небольшой пример, всего 6 компаний. В них входят огромные мастодонты, такие как Заказио, Ракета, Уклон, Вог, Парфюм, Сакар. Также есть много других компаний. Все те же такси, все они используют Google Maps Roads для того, чтобы мы, как пользователь, видели, сколько нам от нашей точки, да, до точки Б нужно проехать времени, вот, и посчитать эту информацию. Также вывести какую-то информацию водителю о том, где сейчас лучше проехать, да, где пробка, где лучше и как быстрее будет добраться до точки, чтобы клиент был аж удовлетворен. В принципе, это все по Google Maps Roads. Спасибо большое. Передаю свое слово коллеге Виталию. Спасибо, Максим, большое за свою часть. А ну, небольшой саундчек. Ты меня слышишь, Макс? Да, все четко. Все отлично. Тогда будем начинать. Добрый день всем, кто дождался моей части выступления. Дайте, пожалуйста, минутку, я подготовлю презентацию, демонстрацию и начнем. Отлично. Давайте, презентация готова. Артур и Максим уже рассказали о продуктах Maps и Roads. Остался еще один не менее интересный продукт, который дополняет первые два и называется он Places, либо места. О нем я вам сейчас и расскажу. С Places пользователи могут открывать для себя мир с помощью обширных данных о более чем 200 миллионов мест, что позволяет им находить нужные локации, используя телефонные номера, адреса и другие параметры. Мы выделили несколько преимуществ, которые Places предлагают бизнесу. Давайте о них поговорим более детально. Первое. Places позволяют изучать мир вокруг вас. То есть с помощью Places вы можете предоставлять пользователям данные о названиях мест, адресах, рейтингах, обзорах контактной информации и, в принципе, атмосфере в этом месте. Сообщество Google, состоящее из 50 миллионов местных экспертов, делает более 20 миллионов публикаций в день и добавляет более 700 тысяч новых мест на карты Google каждый месяц. Так что вы можете рассчитывать на точную и надежную информацию. Например,
всем известный сервис Booking, который позволяет вам забронировать отели, апартаменты по всему миру, использует Google Maps Platform для визуализации своих предложений с полным описанием мест, с расстояниями до разных достопримечательностей и другой полезной информацией. Второе. С Places вы можете создавать комплексные данные о местоположении по всему миру. Используйте подробную информацию о более чем 200 миллионов различных мест, чтобы помочь пользователям найти вас, привлечь клиентов отзывами или, например, помочь выбрать лучшее предложение в округе. Еще один пример. Очень крутой украинский продукт Лики24, который предлагает оперативно выбрать и заказать медикаменты в разных аптеках Украины и для удобства на карте найти подходящую аптеку с данным препаратом в наличии и ценой на него. Так вот, Лики24 тоже использует Google Maps Platform для реализации удобного клиентского пути в своем решении. Идем дальше. Третье преимущество из нашего списка. Мощные возможности определения местоположения. В чем суть? Сервис возвращает точное местоположение устройства на основе подключений Wi-Fi или вышек сотовой связи, определяет место на основе сигналов в реальном времени, таких как время дня и местоположение пользователя, и возвращает часовой пояс для любого местоположения. И снова пример. Мой любимый сервис такси «Уклон», который использует Google Maps Platform для того, чтобы найти меня, где бы я ни был, доставить куда надо и, конечно же, честно оценить по пройденному расстоянию, сколько я должен заплатить за это путешествие. И давайте следующее преимущество. Places можно использовать для автозаполнения адреса после начала набора текста. А теперь давайте чуть подробнее. Сервис помогает пользователям вводить правильные платежные данные или информацию о доставке, автоматически предлагая адреса при вводе с помощью функции автозаполнения. Автозаполнение автоматически возвращает предложение с местоположениями по ходу набора текста пользователям. И когда пользователь выбирает свой адрес, он автоматически заполняет оставшиеся поля. Преимущества автозаполнения включают Включают меньшее количество ошибок пользователя за счет меньшего количества нажатий клавиш, более высокую точность адреса и более быстрое оформление заказа. В общем, это очень удобно, и уверен, вы часто сталкивались с таким функционалом в различных интернет-магазинах. Мне на ум сразу приходит Розетка, ее пример я и использовал для визуализации этого слайда. Перейдем дальше. Много преимуществ получается, правда ведь? Давайте еще одно и закончим с этим блоком. Places позволяют находить конкретные места. Превращать телефонные номера, адреса или имена в конкретные места, конвертировать адреса в географические координаты и наоборот. Здесь я на слайд поставил Monobank, который интегрировал Google Maps в свое приложение, чтобы клиенты могли быстро и удобно найти ближайшее отделение или банкомат с его точным адресом и графиком работы. Преимущества, которые я вам представил, и то, как они воплощены на примерах разных бизнесов, возможны благодаря использованию различных API Google Maps Platform. Об API продуктов Maps и Roads вам уже рассказали мои коллеги Артур и Максим, а я вам расскажу про виды API и SDK продукта Places. Итак, начнем. SDK Places для Android и iOS позволяет пользователям создавать приложения с учетом местоположения, которые контекстно реагируют на информацию о местных компаниях и других местах рядом с устройством. Это означает, что они могут создавать многофункциональное приложение на основе мест, которые что-то значат для пользователя. Место определяется как физическое пространство, у которого есть имя. Другой способ думать о месте — это все, что можно найти на карте. Примеры включают местные предприятия, достопримечательности, географические местоположения. Преимущества очевидны. Пользователи
могут узнавать больше о местах вокруг себя, магазинах, ресторанах, достопримечательностях и так далее, с устройств Android или iOS, которые всегда в руке. А разработчики могут раскрыть свой творческий потенциал и заставить свои приложения разумно адаптировать свое поведение в зависимости от местоположения пользователя и того, что его окружает. Дальше поговорим про API и начнем с Places API. Это API позволяет искать информацию о местах, используя множество категорий, включая заведения, известные достопримечательности и географические местоположения. Вы можете искать места либо поблизости, либо по текстовой строке, получать детализированную информацию в зависимости от запроса. Есть несколько типов запросов. Place Search возвращает список мест вместе со сводной информацией о каждом месте на свое место, на основе местоположения пользователя или строки поиска. Place Details возвращает более подробную информацию о конкретном месте, включая отзывы пользователей. Place Add дополняет данные в базе данных Google Place данными из вашего приложения. То есть можно обогащать данными в две стороны. Place Photos предоставляет доступ к миллионам связанных с местами фотографий, хранящихся в базе данных Google Place. Place Autocomplete возвращает прогнозы места, которые можно использовать для обеспечения функции автозаполнения, то, о чем я говорил ранее, для текстового географического поиска. Query Autocomplete позволяет добавлять в приложение прогнозы географических запросов на лету. Вместо поиска определенного местоположения пользователь может ввести поиск по категориям, например, «пицца в Киеве», и сервис ответит списком предлагаемых запросов, соответствующих строке. Поскольку служба автозаполнения запросов может сопоставлять как полные слова, так и подстроки, приложения могут отправлять запросы в соответствии с типами пользователей, чтобы предоставлять прогнозы на лету и предугадывать желания клиента. Еще один полезный API называется геокодинг. Геокодинг – это процесс преобразования адресов, например, Украина, Киев, улица Голосеевская, 17, в географические координаты, то есть в широту и долготу, которые можно использовать для размещения маркеров на карте или расположения карты. Также возможно обратное геокодирование – это процесс преобразования географических координат, широту и долготу, непосредственно в адрес. Пользователи также могут использовать геокодинг API, чтобы найти адрес для заданного идентификатора места. Следующим идет геолокейшн API. Этот API возвращает местоположение и радиус точности на основе информации о вышках сотовой связи и узлах Wi-Fi, которые может обнаружить мобильный клиент. Пользователи извлекают выгоду из этого API в ситуациях, когда GPS недоступен на устройстве, и они хотят получить точное месторасположение устройства или пользователя, использующего другие радиомодули, которые могут быть доступны с понятной точностью в ответе. И последний на сегодня API, Time Zone API, который предоставляет простой интерфейс для запроса часового пояса для определения местоположения, а также смещение времени этого местоположения от UTC. UTC – это стандарт, по которому общество регулирует часы и время. Вы запрашиваете информацию о часовом поясе для конкретной пары широты, широта, долгота и даты. API возвращает имя этого часового пояса, смещение времени от UTC и смещение перехода на летнее время. Данный API позволяет разработчикам надежно отображать местное время любого города или местоположения на JavaScript без накладных расходов на сложное преобразование даты и времени в разных географических регионах. На этом я заканчиваю обзор продукта Places, но хочу еще буквально пару слов сказать о важной теме ценообразования Google Maps Platform. Данный слайд не получился очень красивым, но здесь важное другое. Обратите внимание, что, используя Google Maps Platform, вы автоматически получаете на свой баланс $200 на использование сервисов Google Maps Platform. И эти $200 будут обновляться ежемесячно. То есть каждый новый месяц вы будете начинать с плюсового баланса в $200. Если перевести это в API-запросы,
то это примерно 28,5 тысяч просмотров карт на вашем сайте, например. Стоимость API, как вы видите из таблиц, стоимость варьируется от 0 до 30 долларов за 1000 вызовов. И учитывая бесплатную квоту в $200, этот сервис доступен для любого бюджета, для любого бизнеса, любого размера. На этом у меня все. Данный вебинар у нас получился достаточно компактным, а значит, его можно пересматривать и пересматривать, не скучая. Спасибо, что были с нами все это время. Еще раз напоминаю, что все вопросы можно задать по ссылке в чате и описании к трансляции, и ответы на них вы обязательно получите в формате персональной консультации. Попробовали такой формат, потому что Google Maps Platform очень, очень богатая платформа, очень с большим количеством возможностей. И, соответственно, просто ответить на какой-то вопрос раскрыто по ходу нашего вебинара мы видим затруднительным. Поэтому нам бы хотелось больше понять проблематику, вызов, возможно, пожелания ваши и более подробно рассказать о всех возможностях Google Maps Platform именно для вашей ситуации, для вашего кейса. Поэтому пишите нам, пожалуйста, связывайтесь с нами. Мы с удовольствием с вами проведем персональные сессии, где решим и предоставим решение для вашего бизнеса. Что хочу еще сказать. Следите за нашими анонсами. В начале следующего года мы планируем серию вебинаров по Google Maps с приглашенными гостями, с представителями бизнеса, которые расскажут о своих кейсах использования платформы, как они это делают для своих бизнесов в различных целях, для различных потребностей. Вам спасибо огромное за внимание. Всем хорошего вечера, с наступающими праздниками и до новых встреч в эфире. Спасибо огромное. Спасибо моим коллегам Максу, спасибо Артуру, что поучаствовали в этом вебинаре. Спасибо большое, Виталий. Еще будет? Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. Пока-пока.